Кузнецов. Первый рейс выезжаете? В первый. Фуражка? Как с пассажирами, знаете, обращаться? Будь вежлив с пассажиром. По прибытии на место дверь ему отворяй. Выезжай в выглаженной форменной одежде, вычищенной этой обуви. И имей при себе чистый носовой платок. Могу подряд, могу в разбивку. Ну, пошли. Счастливо. Да-да. С орудом не спорь. Тут дело законное. Смотри, ребята, новенький. Нас привела. Мой новый сменщик. Да ну. С одного двора соседи. Какой у тебя класс? Ну? Третий. Да чего разговорчивый парень. Мой сменщик точно такой же. А на какую машину посадили? 4013. Ну и везучий мальчик. Не только в космос. А ну, произнеси сам чего-нибудь. Ну, хоть как зовут, скажи. Сергей. Смотри, разговорился. Работай спокойно, аккуратно. Вот я 8 лет в этом парке. Ты знаешь, план даю и никаких таких тонкостей знать не знаю. Привет, Андрюш. Здорово, Настя. О, какой. Во-во. Что? 4013. На днях новую машину получим. А сейчас вот на этой. Ладно, тетя Настя. Все в порядке. Ничего, Сережа. Еще мне спасибо скажешь, что я тебя на эту работу определила. Изучаешь. А что меня изучать? Бывший москвич. Последний день сегодня на линию выхожу. Списывают меня по старости. Заездили тебя, старикашка. Вот такие и заездили. Да-да, стучит амортизатор. Ты капот подними. Не нравится. Мне тоже. Нет-нет, не закрывается. Ясно, влип. Это еще, между прочим, неизвестно, кто из нас влип. И это мой шеф напоследок. Надо же. Хлебнем горя. Но ты полегче, полегче. Кардан отобьешь. Ничего, познакомились. А ты с места сдвинешься, а? Ну ладно, академик, садись и поехали. Поедем. Поедем. Серега! Ну как? Нормально? Отличная машина! Ты сатирик. Ну-ну, давай, повеселись. Исправим. Ха-ха-ха. Приветик! Уже загораешь? Да так, чепуха. Thank you.
что, развалилась твоя ракета? Тащи ее в пути! Вот так. Первый раз в Москве. Почему вы так решили? Я не очень похожа на москвичку. Нет, похоже. Куда поедем? На Ярославский вокзал. Угу. Куда? Только мне, пожалуйста, через центр. Что? Что вы делаете? А вы знаете, где Ярославский вокзал? Знаю. Я ведь москвичка, я родилась здесь. Да? Да. Вон Ярославский вокзал. Но мне все равно нужно через центр. Зонтик купить. Поехали. Большой театр строил архитектор Бове в 1824 году. А как насчет старого университета? А университет строил Зодчий Казаков в 1793 году. Так. Мне бы парочку таких пассажиров, я бы университет культуры заочно закончил бы. Благодарю. Консерватория, стойте! Музыку слушаете? Да. А вы разве не слышите? Слышу. Только другую. Сегодня второй концерт Рахманинова. А я уезжаю. А вы что, тоже играете? Угу. Я окончила Мурманское музыкальное училище по классу рояля. А, угу. А куда теперь? В Красноярск. Буду музыку преподавать. Ну что ж, это должно быть интересно. Очень. Представляете, у меня будет маленький ученик. Я его буду учить играть гаммы, этюды. От меня он научится понимать музыку, гармонию. И вдруг потом он станет знаменитым музыкантом. Ну как Рихтер. Представляете? Угу. Не представляю. Значит, москвичка. Угу.
А когда последний раз в Москве были? Когда мне 3 месяца было. Ну, я все помню. Должен вам сказать. Что? Что вам идет, когда вы улыбаетесь. Ну, счастливо. А вы уезжаете? На пироговку, пожалуйста. Я на минутку, только воды напьюсь. Да-да. А на тормоз кто поставит? Тюткин? Ну, ты там добивай, а я, кажется, поехал. Или водички? Ты посмотри на счетчик, лопух. Я тебе самостоятельно 1/4 плана сделал. Коржиков, Коржиков приехал. Спасибо, прекрасное время провели. Здравствуйте, Олег Николаевич. Олег Николаевич, мы вас ждем. Скажите, шахматы в СССР есть? Есть. Дайте, пожалуйста. Правду дайте, пожалуйста, и советский патриот. Возьмите 5 копеек. Пожалуйста. Комсомолочек. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, наука и религия есть? Есть. Будьте любезны. Свободен, шеф? Да. Вихарев. Иду. Садись. Это не ваша книжка? Что? Я говорю, книжка. А черт. Куда поедем? Начнем с ГУМа. Да зачем же нам в ГУМ, Василий Степанович? Кое-что приобретем. Жена велела тюлю, эластичные чулки и пластинку. Эту, как ее. Я гляжу в ей след. Ей... Чего-то нет, да? Ничего в ней нет, Василий Степанович. Ну да, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Ча-ча-ча. Во-во, она. Ча-ча-ча. Ну, опоздаем на совещание. Не боись, Вихарев. Ты в Москве впервые, слушайте меня, опытного командированного. Что можно новенького поглядеть в Москве, шеф? М? Так сказать, приобщиться. Универмаг Москва, Руслан, ярмарка в Лужниках. А, так сказать, более? Более? Да. Оружейная палата.
А вот пресса отражала, будто новый ресторан открылся. Варшава. С баром. А? Как? Не был. Программа такая. ГУМ. Так. Совещание. Так. Затем небольшая прогулочка по вечерней Москве. И так далее. Затем ужин в Варшаве. Так. Потом бар. Так, так, так. Вы изящны. Вы умны, вы благородны. Больше того. А? Вы как никто из всех, кого я знала. Вы прекрасны. Вы что? Вы что? Ой, да нет, ничего, ничего. Товарищ водитель, как вы думаете, меня примут в театральное училище? А, наверное. Вы изящны, вы умны, вы благородны. Если можно поскорее, товарищ шофер, у меня перерыв кончается. Угу. Понимаете, жену потерял. Как? В магазине. Встретились перерыв, ботинки мне купить. Вдруг пропало. Все этажи бегал. По радио объявлял. По телевизору в справочном место девушки показывался. Ничего. Так и не нашел. Найдется. Вот то-то и оно. А у вас есть жена? Нет. Тогда вам меня не понять. Вроде везет. Пассажир за пассажиром. А толку? На чай не берет. Ездит по коротким маршрутам. Молодежь. Детка, сиди смирно. Никуда не выходи. Только недолго. Здесь стоянка запрещена. Что вы, я мигом. Костюмчик только обменяю. Велик оказался. Дядя, дядя, куда же вы, а мама? Ну вот, ты чего проснулся? А здесь стоянка. Запрещена, а твоя мама в магазин ушла. Тара-тап-тара, 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 тап-тара-ла-ра, тара-тап-тара, 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 тап-тара-ла-ра. Мама еще нет, а он уже тут. Не надо плакать. Тап-тара-тап-тара. А где водитель? А черт его знает, убежал куда-то. А я вот с детьми мучаюсь. Тара-тап-тара, тап-тара-ра-ра. Не надо плакать. Тара-тап-тара. Зачем же плакать? Не привык отца на руках. Редко видит. Тара-тап-тара, тап-тара-ра-ра. Да не тряси ты его так. Да? Так. Во, во, видал, а? Чувствует начальство. Как тебя зовут? Как нас зовут? Вот тут поговорите пока, а я сейчас. Дядя! Дядя, когда мама придет? Постой-ка, это что ж, не твои дети? Мои, племянница моя. А этого, как зовут? Этого? Коля. Люси его зовут. Сестричка. Сестричка. Ох, извините, товарищ шофер, что задержалась. Там столько людей, столько народу. Тише, тише, моя маленькая, тише, моя хорошая. Идем, доченька. Минуточку. Ну, многодетный папаша. Товарищ старшина. Путевочку. Товарищ начальник, понимаете, ботиночки, платьица, поменять женщина, пожалел, а?
следующий раз будете жалеть женщин в положенном месте. Ясно. Ну что, почувствовал начальство? Вот так. Ну что, купили зонтик? Нет, не нашла. Ага. И вообще я здесь потерялась. Не знаю, куда идти, что смотреть. Ну ничего, найдете. А вы уже уезжаете? А я, между прочим, на работе. Послушайте. А в Москве найтись это не так просто. Ладно, поедем со мной, довезем. А куда? До зонтиков. А вы знаете, город недостаточно просто увидеть. Его нужно почувствовать. Вот, например, наш Мурманск. Веселый, бесшабашный. Ну, город-морячок. А Москва? Какая она? Москва? Ну, какая? Работяга. Вечно торопится, спешит. Деловая. Ну, бывает грубовато. Автоинспекция строгая. А куда мы, собственно, едем? Сначала в хирургическую клинику. А что-нибудь случилось? Да вот пассажир книгу забыл. А вы Лужники видели? Нет еще. Ну вот, купим зонтик, я вас в Лужники заброшу. Посмотрите. А обратно как? Ну, в Москве, между прочим, кроме такси еще троллейбусы есть, автобусы, метро. Доигрался? Собачку тебе водить на веревочке, а не такси. Почему не включен счетчик? Забыли, конечно. Документики. Так. Магазин для новобрачных. Коржиков Олег Николаевич. Понятно. Поздравляю, Коржиков. Раз такое дело, проезжай. Но на будущее учти. Вам вон туда. Желаю счастья в семейной жизни. Да-да. Счетчик включите. Он еще смотрит на нас? Смотрит. А сейчас? Смотрит, смотрит. Ну, придется зайти. Кстати, зонтик купим. Придется побыть женихом и невестой. А долго? Минут 10. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Вы хотели бы приобрести подвенечное платье для невесты. А жениху, конечно, нужен черный костюм. Нет-нет. Настоящая свадьба бывает один раз в жизни, и пусть у вас будет все красиво. Нет, нам нужен зонтик. Зонтик? Угу. Ну что ж, каждому потребности. Пожалуйста, в отделе подарков. Я сейчас. Так что вам нужно, зонтик или туфли? Зонтик. Ну так пойдем.
А почему он так дорого стоит? К зонтику нагрузка, сова светильник берете? Послушайте, дайте нам вместо этой хищницы что-нибудь более полезное. Ну, духи, например. Не берете. И перчатки. Тебе нужны перчатки? Да, перчатки. Ну вот. Вот да, эти подходят? Как раз. Перчатки. К перчаткам нагрузка, чернильный прибор берете? Прибор? А к прибору у вас какая нагрузка? Не берете. Да зачем же нам чернильный прибор? Тогда берите сову. Ну, все. Или зонтик с перчатками, или заведующего. Товарищ жених, в чем дело? В сове. Ходят тут всякие, только работать мешают. Гражданин жених, успокойтесь. Сейчас во всем разберемся. Что вам нужно? Зонтик. А к нему сова светильник. Да. А мы хотим перчатки. А к ним чернильный прибор. Правильно. Чем же вы недовольны? Да если она купит эту сову, я же на ней не женюсь. И никто на ней не женится. Вот видите? Послушайте, жених, а вы не кричите. Какая прелестная совушка. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Спасибо. Тебе нравится? Очень. Выпишите. Будьте любезны. Ну вот видите, все уважено. Они берут сову, а вы зонтик. Берете? Беру. Жалобную книгу. Да подожди ты. Гражданин жених, все уважено, успокойтесь. Я спокоен. Жалобную книгу. Между прочим, ваша невеста сбежала. Сколько времени зря просадил? Я могу выйти? Теперь уже поздно. Довезу должников, как обещал. 10 минут меня не спасут. Остановить я выйду. А здесь остановка запрещена. А я не хочу с вами ехать. Ну, знаете, каприз на меня не действует. Я от них заговорен раз и навсегда. В таком случае я выскочу на ходу. Тогда у меня отберут права. Ну, артист, за свои деньги катает, а? Вот теперь можете выскакивать на ходу. Вы уже уезжаете? Послушайте, у меня в 2 часа обед, я за вами приеду. А то еще опять потеряется. Меня зовут Сергей. У вас работает Коржиков Олег Николаевич? Товарищ Коржиков, заместитель главного хирурга. Мне нужно передать ему. Оставьте, я передам. Нет, я бы хотел лично Коржикова. Многие хотели бы видеть лично Коржикова. Ну так и что? Но Олега Николаевича сегодня операционный день. Да у меня к нему дело, девушка. Гражданин, здесь нет девушек, здесь медперсонал. Твоя взяла. Бери, передавай. Привет. Гражданин, постойте. Подождите. Олег Николаевич, вам пришли. Пусть войдет. Гражданин, войдите. Здрасте. А-а-а. Старый знакомый. Помню, помню, я вас оперировал по поводу язвы. Пока нет. А, грыжа, тянут швы, да? Швы? Да. Не тянут. А в чем же дело? Я шофер такси. Ну и что? Вы забыли у меня вот это? Ах, это вы, боже мой. Простите. Спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. Товарищ водитель, одну минуточку. Вы не могли бы подъехать к ней в магазин и передать записку? Рейс я оплачу. Кому записку? Моей невесте, конечно, кому же еще? Понимаете, я с ней условился на 1 час дня, но не могу операции. Ну, а как я ее узнаю? Это очень просто. У нее в лице есть что-то, что-то такое. Такое? Она такая... Какая такая? Олег Николаевич, все готово. Да-да, иду. А может, у вас ее фотография есть? А, есть. Сейчас.
Постойте. Это вы? Я. Вас зовут Лена. Откуда вы знаете? Вы ждете Коржикова. В чем дело? Кто вы такой? Что случилось? Да ничего не случилось. Я шофер такси. Вам записка от Олега Николаевича. Невероятно. Хорошее начало для семейного счастья. Он что, с ума сошел? Нет, у него сегодня операция, он приедет прямо во дворец. Приедет. Интересно, в чем он приедет? Уж не в белом ли халате. Впрочем, с него останется. Не знаю. Постойте. Да. Вы будете вместо него. Нет, нет, я для этого не гожусь. Ну, на тебя же не мерить мужской костюм. Но я же, между прочим, на работе. Вот именно, а потом у меня домой отвезете. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Вы хотели бы приобрести свадебное платье для невесты? Да-да. Пусть наше платье принесет вам счастье. Надеюсь. А жениху, конечно, нужен черный костюм. Настоящая свадьба бывает один раз в жизни, и пусть у вас будет все красиво. Извините, мы очень спешим, пошли. Послушайте, жених, по-моему, сегодня вы уже один раз женились. М? Ну и что? Что вы хотите? Ничего. Нет, мы хотим. Пожалуйста, черный мужской костюм, 50-й размер, 3-й роз. 50-й? Да, да. Хорошо. Девушка, вы давно знаете этого молодого человека? Этого? А, да, вот этого. Ну, минут 15, а что? Просто да так, ничего. Ловил, да? Даже люди. Галя, скорее сюда. Так. Ну что же, пожалуйста, выпишите точно такой же костюм, 5-й роз. 5-й? Но вашему жениху не нужен 5-й. Простите, но я лучше знаю, что нужно моему жениху. Вот так. Вот этот. Простите, вопрос деликатный. Утром вы были с одной невестой. А я ее разлюбил. Как? А теперь вы пришли с другой? Ну, а это полюбил меня. Ага, с первого взгляда. Интересно. В конце концов, я ее понимаю. Донесете все это? Ну нет, это сделает кто-нибудь другой. У меня обед. Между прочим, с невестой вы могли быть полюбить. Уже был в магазине. Поздравляю с законным браком. Договорились, я буду жаловаться. Привет. У-у-у. Ну все, теперь довожу пассажира до места и алло. Пусть у него хоть дом рушится. Такси! 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 Молодой человек, свободен? А вам куда? Да в Зюзино. А мне в Лужники. Да у меня там дом рушит. Ну и что? У одного дом рушится, у другого срочная операция. А я вам что, нянька, что ли? Ты что, мальчиш, как ты разговариваешь? Я тебе в отцы гожусь, а ты грубишь. А может, меня самого человек ждет в Лужниках? Обедать. Ну что вы стоите? Садитесь, поехали. Ну вот, это другое дело. Ну давай побыстрее, говорят, тебе там дом ломают. А почему? Старый он. А вас куда? А мы вчера вот сюда переехали. Тут вот квартиру в новом районе получили. Что, район не подходит? Ну, район как район. Метро, магазины, кино. Квартира новая не нравится? Ну, квартира как квартира. Газ, вода горячая из всех кранов, бежит круглосуточно. Окна здоровенные, лифт имеется, здоровье сохраняет. Площадь мала? Нам, старухой, хватает 20 метров и с балконом. Телефон для удобства есть. Ну так что же вам не подходит? Все, все не подходит. Понятно. А я вот в старом доме живу. В одной комнате с сестрой и матерью. Мне бы на ваше место. Ну, поживи с моё, будешь на моем месте. Ну, прибавь, прибавь маленько. Говорят, тебе опоздай.
Приехали. А куда? Папаша, мы же не на персональной машине приехали. Папаша! Здорово, нет, да? Да ну чего вы, отец, эту рухлядь жалеете? Люди радуются, когда в новые дома переезжают. Вот в этом доме я и родился, молодость прошла. Жену сюда привел, дети выросли. Так и не заметил, как составился. Вот так, сынок. Ну, поехали, отец. Я вас домой свезу. Ну что, говорил тебе, опоздаем. Яблонь все поломали. Поедем. Ира! Как вас долго не было, Сережа? Еле вырвался. Когда ваш поезд? В 10:35, а что? Нет, ничего, просто хотела вас проводить. А? О, а вы время даром не теряли. Тюльпан называется. Тюльпан. А вы обедали? Да, я успела пообедать. Я пила кофе, лимонад, ела мороженое. А может быть, мы все-таки захватим вот это? Да, конечно. Деловая, серьезная. Еще в Красноярск собралась. Мать-то, небось, обрыдалась, когда провожала. Угу. Мама действительно переживала. А папа нет. Он более выдержанный. Только просил меня почаще писать. Каждый день. А я даже не знаю, куда меня пошлют. Понятно. Но я побежал. Вы уже уезжаете. И ничего нельзя сделать? Работа. А вы давно работаете на такси? Да первый день. И что же вы всегда так будете? Ну, таксистом. А что? Мне нравится. Работа самая мужская. Ну, конечно, я понимаю. Все хотят быть артистами, учеными, ну, в общем, выдающимися. А кто тебе платье шить будет? Или вот, скажем, прическу крутить? А я тебе так скажу. Каждый должен быть выдающимся на своем месте. Верно? Наверное. Ну, я пошел. Идите. Ну, пошел. А, поехали со мной. Куда? Все равно куда, со мной. Кто сигналил? Ну, я гудел. Ты где ходишь? Тут международным скандалом пахнет. Иностранцы. Ну, тогда на вокзале? А почему я понял, подъехать на спирать? Должно уйти, а? Куда ехать? Шофер, туда. А, туда. Куда? Вы, allez tout droit, par la
Павловна. Мену, мену, где все окон? Шуф, она, я на я, ты никого не видишь. Мы тебе никого не обсуждаем, я место на я бою, мы тебе не пора, у та сара, мы тебе не обсуждаем, пау. Ne touche pas. Oui, mais enfin, tu sais lire encore, m'acheter encore. Oh oui, Aubin, pour ça, tu peux toujours parler. Je te connais, oui. Non, mais y a-t-il les stayats? Ah, tu peux regarder tes fleurs. Bernard, Bernard, reviens. Qu'est-ce que tu fais là? J'espère que tu as compris que tout est fini entre nous, et à jamais. Bernard, Bernard! Bernard, Bernard, reviens! Mais Bernard, je... Ну, куда поедем? Куа? Куа? Qu'est-ce que vous dites là? Только этого еще не хватало. Любите ли вы петь? Иногда. Non, c'est pas ça. Так, куда же вас везти? В Украину. А, Украина. Ну, пал-отель. Ну, пал-отель. Так, пал-отель. Куда ж тогда? Слушайте, давайте я вас свезу куда-нибудь. Ну, merci. Слушай, не ввязывайся ты в это дело. Сдай ее в бюро находок и поехали. Только давай без этого, а? Во. Qu'est-ce que tu veux? Желаю кофе. Кофе. Ладно, будет. Только не реви. На. Но все девчонки одинаковые. Русские, французские. Чуть что не по-вашему, в слезы. Ну что? Успокоились? Je m'appelle Nicole. Nicole. А, хорошее имя, хорошее. И вообще-то симпатичная девушка. А меня зовут Сергей. А, Сергей. Ага. Сергей. Вот интересно, кто ты такая? Ну, какое твое социальное происхождение? Вот я, шофер такси. А вы? Видишь, таксист. А je comprends, шофер такси. Во-во. А вот кто ты такая? А вдруг ты капиталистка? А, non, je ne suis pas capitaliste. Je suis étudiante, student. Je fais du tennis. А, ну да, на соревнования приехала. Oui. Et Bernard aussi. Ну да, и сын Бернар тоже. А родители у тебя есть? Ну, папа, мама. А папа? Oui, папа, il est mort à la guerre. À la guerre. Tu comprends? Война. Ах, война. Война. Мой отец тоже на фронте погиб. Нас мама растила, намучилась. Et maman, elle travaille à l'hôpital. À l'hôpital, elle est infirmière. Госпитал. А, в больнице работает. Ха, смотри, и моя сестра тоже, медсестрой. А живешь ты где? Ну, там это, Париж, Лион, Марсель, что там? А Пари? Ну, па Пари мэм. А Бьянкур, а коте де Пари. Воси Пари, и воси Бьянкур. А коте. А, под Парижем. Ну, ясно, ясно. Вроде как наши мытищи. Ты смотри, выходит, ты вроде под Парижем, в мытищах живешь. А вообще-то ничего, девушка. Обыкновенная. И сен-бернард твой найдется. На троллейбус на край света не уедешь. А вот я из-за тебя сгорю. Сгорю? Qu'est-ce que c'est сгорю? Не понимаю. Ну, девушка меня ждет в Лужниках, на стадионе. Да ты же видела? Стадион? Стоп. А cette fille?
Ну, надо же. Но все девчонки одинаковые. Про любовь сразу понимают. Русские, французские, сразу. La 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 la. Ah tiens, je la connais cette chanson, elle est française, tu sais. Comment est-ce que tu l'as connue? La 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 la. Ну как? А, вот так. Приехали. Вон туда. Сюда. Слушай, как тут народ немного, да? Собак-слуга. Успеешь, нормально, давай. Серега! Давай-ка сюда. Местечко освобождается, ребята уходят. Пожалуйста. Бывайте здоровы. Пока, Боря. Всего. Прошу. Видал? Ну да. Неужели твоя девушка? Пассажирка потерялась. А ты нашел. Ну, вылет и я в молодости. Как звать? Николь. Кто-кто? Николь. Николай. Николь. Не русская. Француженка. И самой из Франции? Oui, Франс. Ну ты даешь. Жмуркин Борис Иванович. Можно просто Буря. 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 Смотри, понимает. Кофе захотел. Кофе? Слушай, тосенькая какая, прям глядеть не на что. Надо бы угостить как следует. Обед по-русски, окрошка, пельмени. Селедка. Серега, за мной. Подожди минутку, мы сейчас. Значит, начнем, да? Их жалко этого нельзя. А то бы со свиданцем. Окрошка. 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 Смотри, поняла. Слушай, Серег, как у тебя с планом-то? Пока не важно. Слушай, я с тобой опытом поделюсь. Николь не все-то, она из Франции. По-нашему, все пассажиры делятся на категории так. Пижаки-интеллигенты, эдики,
и артисты. Ну, артист самый лучший пассажир. Ездит долго, на счетчик не глядит и веселые. Интеллигенты тоже бывают разные. Те, которые глядят на счетчик, и те, которые стесняются. Вот те, которые стесняются, самые подходящие. Сажай и вези куда хочешь. На площадь Смерло через Коломну. А вот здесь копейка в копейку. Престиж. Пардон. Слушай, пошел ты со своей наукой знаешь куда? Куда? Вот так. Поела? Пошли. Идеалист, да? Это я в молодости. И Бернар ма... ма ди кил парти по тужур. Опять? Смотри, да вон он же. Бернар, Бернар! 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 Игорь, ma chérie, je suis tellement content. J'avais peur que tu te perdes. Mais comment tu avais réussi à... J'avais peur que tu te perdes, que tu perdes. Comment tu as fait pour te retrouver ici? Mais le chauffeur de taxi qui est juste à côté de moi, il faut le payer. Il a été extraordinairement gentil, il m'a amené au café. Monsieur, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Возьмите, возьмите. Prenez, merci. Сколько? 3,20. А ну, возьмите. Tu vois bien maintenant que c'est toi qui avais tort? Comment c'est moi qui avais tort? Après tout ce que tu m'as fait déjà. Après cette scène horrible que tu m'as faite. Tu vas recommencer tout. Comment c'était moi qui étais à cause de toi? Mais c'est à cause de toi, finalement. Mais tu es parfaitement ridicule. Свободен? Свободен. Я же говорил, что мне с утра везет. Поехали. А куда? Налево. Угу. А. Гасет, туман не светит, искры гаснут на лету. А... Товарищ водитель, какие дальше слова? Ночью нас никто не встретит. Совершенно верно. С утра везет. Ночь пройдет из позарана камна. В степь далеко, милый мой. В степь далеко, милый мой. Я уйду с толпой цыганок. А дальше как, товарищ водитель? За кибиткой кочевой. За кибиткой кочевой. Совершенно верно, между прочим. Какой вам номер дома нужен? Я уйду с толпой цыганок, а за кибиткой... Послушайте, вам куда? А может, в этот дом, а может, в тот. Ну, а номер-то, номер? А вот это я не знаю. Я уйду с толпой цыганок. Вы думаете, я пьян, товарищ водитель? Я докторскую защитил, диссертацию. Поздравляю, но куда вас везти? 5 лет работал, а сегодня защитил. Ни одного черного шара. Ни одного. Я уйду с толпой цыган. Ну, послушайте. Спуть со мной, товарищ водитель. Ладно. Значит так. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ну, все? Замечательно. А где вы живете? Я в Тбилиси. Мы простимся на мосту. А... Почему удивляетесь? Я же объясняю. Я приехал в Москву докторскую защищать. И защитил. И друзья меня поздравляли в ресторане в Арагве. Но не могу же я вас везти в Тбилиси. А почему? Поехали. Вот у меня даже билет есть. В Тбилиси? На такой резине. Да я до Малаховки не доеду. У вас же в 21:20 поезд. Вам же на вокзал нужно. На вокзал? Поехали на вокзал. Мой костер в тумане светит. Нет, серьезно, товарищ водитель. Ночью нас
никто не встретит. Ну, скорее, скорее, пожалуйста. Мне самому на Ярославский вокзал нужно успеть. Одну минуточку, товарищ Вадик. Вы что, вы что? Надорвешься, дорогой? Дай помогу. Идем, скорее идем. Да отпусти ты чемодан. Товарищ водитель. Товарищ водитель, смотрите, дорогой. Что? Сейчас. Ку-ку. Все. Ну, вы даете, доктор. Давайте, давайте скорее. Искры гаснут на лету. Идемте, идемте. Никто не встретит. Счастливого пути, девочки, дорогой. Кто это? Знаю, в первый раз вижу. Позвольте. А что, нельзя? Идите, идите, девочки. Их что, двое, да? Двое, двое, садитесь. Осторожно, до свидания. Поезд такой, садитесь. Позвольте, ваши билеты. Товарищ водитель, не оставляйте меня. Я привык к вам. Я тоже привык, я тоже. Вот его билеты. Товарищ водитель. А? Да. Вы куда? Сдачи не надо. Прощайте, до свидания. Зачем так на пари? Обязательно пиши. Товарищ водитель. Ночью нас никто не встретит, а дальше как? Мы простимся на мосту. Вот-вот, на мосту. Я вас никогда не забуду, товарищ водитель. Мой костер в туман. Девушка, у вас есть какие-нибудь цветы? Конечно, есть. О, фиалки есть? Весной. Астры? Осенью. Ну, а летом-то что? Продано. Что же у вас, ничего нет? Почему у нас ничего нет? Аспарагус, бувардия, традесканция, юка, селегинелла в горшке и, наконец, пальмы в катках. Дождь. Она и в солнечную погоду не спешит. Уговорили. Спасибо. Товарищ, товарищ водитель, вы свободны? Куда ехать? На аэродром, во Внуково. Дети, дети, быстренько, скоренько идите сюда. Еду в парк. Дети, на место? Ну, вы пока все стоите, товарищ водитель, а я на самолет опаздываю. Товарищ У меня водитель. Обед. Товарищ водитель, ночью, вечером обед. Ну, вы, товарищ водитель, вы ж пока еще не кушаете, а я на самолет опаздываю. Бензин товарищ водитель. Кончился. Так мы ж по дороге заправимся. Я знаю одну знакомую колонку. Товарищ водитель, миленький, пожалуйста. Куда ж вы едете, товарищ водитель? Куда ж вы едете, отойдите. Товарищ? А ну, отойдите. Товарищ же. Шоферчик! Все равно не пущу. Все равно не пущу, товарищ водитель. Милиция! Что ж ты делаешь? Садитесь, москвич, я довезу, только скорее. Да ну! Дети, скорее, идите. Осторожно. Эй, парень, повтори, что ты сказал, я запишу. На тебе конфетку. На тебе конфетку. На, возьми эту. Товарищ водитель, вы не беспокойтесь. Мы успеем на самолет. Товарищ водитель, возьмите, мы успеем. Ну, потерпи немного. Дедушка, я хочу. Ну, типа, потерпи немного. Ну, хорошо, хочу. Ну, хорошо, ну, хватит, хватит. Товарищ водитель, товарищ пожалуйста, водитель. Остановите. Что? Пипи. Нам нужно. Давай скорее, Шурик. Шурик, давай скорее. Давай быстренько, скоренько, ножками. Ножками, товарищ, быстренько. Возьмите уж и второго заодно. Сейчас. А ну-ка, Юрик. Давай, Юрик, побежали. Дедушка, я не хочу. Мне не надо. Дедушка лучше знает, кому что надо, а что кому не надо. Ой. Юрик, стань вот здесь, рядом с Шуриком. Скорее мы опоздаем на самолет.
Простите, вы не из четвертого парка, а? Из четвертого? И всех шоферов знаете? Всех до одного спросить про Львова, всю биографию расскажу, как по анкете. Даже семейное положение обрисую. Москве 4013, знаете? Серега! Да. Так он же мне как брат родной. Железный парень, а кто он тебе? Да нет, просто знакомый. Обещал проводить. Чтоб Серега подвел никогда в жизни. Я напишу ему. Ведь он же таксист. Фигра здесь, фигра там. На такси вся Москва держится. Быстро, удобно. Выгодно. Что? Выгодно, выгодно, выгодно. Вы его увидите? Ну, а как, сейчас смена кончится и в парк. Там под душем и встретимся. Где-где? Под душем. Пожалуйста, передайте ему вот это. И скажите... Да нет, ничего не говорите. Будь спокойно, передам. Ну, Серега, ну, дает. Ну, вылет и я в молодости. Шляпа! Шляпа! Шляпа моя! Шляпа! 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 Нет, не надо, не надо, не надо. Садитесь, дети. Садитесь. Подарок моей жены. Куплю кепку. Приехали. Простите. Что с этой дверью? Почему она не открывается? Юрик, Юрик, выходите, стойте здесь. Раз, Юрик, два. Подвинься. Шесть. Идите за мной. Иди к девушке. Детки. Товарищ водитель, помогите. Фу ты, сейчас. Идите, давайте сюда, Вич. Давайте. А куда мы бежим? Самолетом. А самолеты там. Ах, там. Да. Давайте сюда. Ну, иди на ручки. Перестань смеяться, давай руку. Чтоб я вас еще когда-нибудь взял с собой. Ой, ой. Ну все, загонял меня парень, аж пар идет. Боюсь, до гаража не дотяну. Чудной он. Весь день с пассажирами нянчился, а девчонку эту из Красноярска проводить не успел. Опоздали мы на вокзал. Сорок восемь пятьдесят. О, не богато. Сорок тринадцать. Для этого кирогаза даже много. Везучий мальчик. Первый день такой букет. Ну что, намучился? А! Видал? Достала же парню эта колымага, а? Тезка! Чего тебе? Отведи машину! Вылазь! Ай-яй-яй!
Сережа, пишите мне в Красноярск. Главпочтам два с требования. До свидания. Ира Савелова. Ну, вылитый я в молодости. Ну, вот и все. Последний душ. Отъездился. А жаль чего-то. Вроде один день с этим парнем ездил, а как-то привык. Душевный парнишка оказался. С ним и свою молодость вспомнил. С ветерком катались. А в общем, не дурной денек выдался напоследок. А?